родители, формируйте у своих детей способность радоваться. Сформируйте у своих детей навык любопытства. Вот. К сожалению, наши родители не всегда были, читали нужные книжки и часто формировали у нас как раз другие привычки. Тревожиться, капризничать, конфликтовать там, и так далее. Вот. Поощряли это просто тем, что они вовлекались в это и сами давали, так сказать, жару в этом взаимодействии. Вот. Поэтому, конечно, у нас много вот такого накопленного хлама еще.